One, two, three. Not only you and me, got 180 degrees, and I'm caught in between. Counting one, two, three. Peter Pan, Mary, getting down with three feet. Everybody loves ocean. Пожалуй, включу радио. Что скажете, ребята? Я тоже так думаю. Сейчас, включим радио и будем завтракать. В Тюмени 18 часов. В эфире новости, в студии Олег Погодин. Здравствуйте. Выпуск представляет коммерческий банк «Стройлесбанк» ООО. В Тюмени создадут фабрику инноваций. Ассоциация... Пойду собирай сумку. Так, где у меня сумка? Мам! Да, дорогая! Где моя сумка? Сейчас, прости, сейчас. Вот, держи. Я просто... Чего просто? Просто выстирала. Спасибо. Ладно, а то у меня никак руки не доходили. Сейчас возьму и пойду. Хотя я уже привык, кстати, я жду в гостиной. Спасибо, мам. Вот ты там где пропадала? Да нигде, пойдемте на автобус, опоздаем. Не опоздаем, пойдем. Хорошо, чуть старта. И при маме только такая лоскунья. Неужели мы доехали? Ах, как тут шумно! Да, ты права. Что? Звонок? Девочки, мы успели, пойдем скорее. Итак, дети, здравствуйте, класс. Сейчас я достану очки и начнем заниматься. Воды ли растут в воде? Ага, конец урока. Можете выходить. Ура, пойдем. Идешь? Иду. Догоняй. Хорошо. Опять она. Опять это бестолковочка. Сейчас разберемся. Опять ты? О, посмотрите, кого я вижу. Наше безжалостное заведунье. Прости, такого слова не бывает. Хотел бы я тебя огорчить.
Ага. Ой-ой-ой. Они за тебя за твою спинку прячут под юбку. Да, девочки? Тихо. Вы как дуры, три дуры. Ой, на себя посмотри. У тебя парень нет. Вот клич от тебя есть. Да, и кто же это? А, Сыч. Привет. Ладно, мне пора на урок. Он у нас раньше начинался, я бы повидалась с тобой. Вечером на вечеринке у меня. Он будет моим, поверь. Сегодня. Ну, конечно. Поверь, он любит блондинок розовых. Прости. Розового света, друг. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бебе. Девочки, знаете, мне в последнее время ее так хочется убить нечаянно. Ох, нет, не тебе. Мне вообще сказать-то нечего про нее. А? В плохом смысле, она все достает, и меня, и вас. Ох, просто мне уже окончательно разобраться. Думаю, да. Ну, что ж, пришли домой. Да, тебе еще на вечеринку. Нет, завтра, я сказал. Ага, если бы говорила. Ну, пойдемте. А, ко мне тоже пойдем. Давайте ко мне. Ну, ладно. Питка не питка. Вау, классно у тебя. И вид у тебя классный из окна. Спасибо. Что будем делать? Ау, не знаю. Садись. А, спасибо. Идешь? Иду, иду. Так что будем делать? Я-то откуда знаю? Ух. Ну что ж, давайте подумаем, в чем я завтра пойду. Он такой просто классный. И там будут все друзья. Может быть, там будет и Стэйси. А? Как думаешь? Да, это вполне возможно, что будет Стэйси. Ну да, куда же без нее? Девочки, вы будете ужинать? Нет, мама, попозже. Хорошо. Не хотите есть? Нет. А-а. И я тоже. Аппетит-то пал за нее. Да. Девочки, что? Я вам кое-что хотела сказать. Ау. И я тоже. И я. Давайте тогда вместе идите сюда. Блин. Мы хотели сказать, что мы с тобой вместе пойдем на вечеринку. А я вас хотела пригласить уже. Вот как все совпало. Хотите посмотреть в окно еще чуточку? Ау. Я бы посмотрела на... Ай, прекрасный вид. А мне уже пора. Ну хорошо, приходи завтра, ладно? Окей? Окей. Эй, кстати, завтра я покажу книгу. Я тебе покажу. Просто она ушла, хотела сейчас показать. Это книга... Как... Короче, книга... Золушка. О, обожаю этот сериал. Ой, тьфу ты, мультфильм. Ну ладно, почитаем. Ну да. Лучше спите. Вам все-таки понравилось ей. Ладно, пойду. Угу, что это за книга? Золушка? Мои дети читают книги моего детства. Как же хорошо я вырастила свою дочь. Ладно. Встаю, встаю. Вставай. О, я у тебя? Да, ты сегодня у меня ночевал. Стоп, сегодня же воскресенье. Ой. Ну ладно. Пойдем скорее. Дальше у меня будешь.